Когда-то этот стиль назывался авангардным. Деконструктивные линии, увеличенные объемы поначалу действительно выбирали только самые смелые. Но за те годы, пока дизайнеры приучали нас носить подобные модели, из категории экстравагантных они перешли в базовые, став своего рода классикой. Произошло это в каком-то смысле благодаря популярности увеличенных объемов. В наши дни одежда оверсайз стала вполне привычной. С чужого плеча сегодня носят и платья, и костюмы. Кстати, степень экстравагантности можно дозировать, если носить деконструктивные вещи с более привычными предметами стиля casual.